Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем готовить суп с укропно-чесночными рулетиками. Итак, приступим. Что нам для этого нужно? Нужна большая кастрюля, или которая вам будет необходима. В нее нужно налить воду. И для начала нам понадобится куриное мясо, хорошо промытое, и одна луковица. Средняя или около того. Ее можно порезать как просто пополам, так и поделить на четвертинки. Итак, добавляем это все в нашу кастрюлю. И отправляем это все вариться до готовности. При необходимости будем снимать пенку с воды. Итак, мясо у нас уже сварилось. Сейчас мы его достаем и впоследствии мы отделим мясо от кости. То есть разберем мясо. А на данный момент мы его вылавливаем для того, чтобы оно остыло. Теперь мы нарезаем картофель, который мы до этого помыли и почистили. Нарезаем его кубиками. И засыпаем в наш бульон. Итак, картофель мы нарезали и высыпаем его в бульон и варим до готовности. На этом этапе готовки мы солим наш суп. На такую кастрюлю мы добавляем примерно 1 столовую ложку соли и размешиваем. А теперь мы приступаем к приготовлению укропно-чесночных рулетиков. Итак, сейчас мы будем готовить рулетики. Мы разбиваем в емкость яйца. Пропорция приготовления зависит от вашей кастрюли. У нас кастрюля примерно на 5 литров, и поэтому для этого мы будем использовать пару яиц. Далее мы добавляем муки. Сейчас мы сколько-то добавим муки, и далее в процессе приготовления мы будем добавлять муку до того момента, чтобы тесто приобрело нужную нам консистенцию. Мы вмешали муку в яйца, и теперь мы начинаем разминать тесто уже на столе. Посыпем стол немного мукой и выложим туда содержимое нашей посуды. И сейчас мы приступим к разминанию теста руками. Итак, тесто у нас приобрело нужную нам консистенцию, оно упругое и не липнет к рукам. Теперь мы убираем тесто в сторону, дальше мы приберем стол и будем приступать к готовке начинки для нашего рулетика. Итак, как же мы будем готовить наши рулетики? Начинку для нашего рулета. Сейчас мы нарежем укроп, а до этого мы натерли на терке чеснок. Но если у вас есть чеснокодавка, вы можете воспользоваться ей. Дальше мы переложим укроп в эту тарелку и добавим немного масла. Добавляем укроп в нашу тарелку с чесноком. Добавляем немного масла.
смешиваем это все между собой. Мы смешали наши ингредиенты. Теперь мы добавляем на стол немного муки для того, чтобы впоследствии поделить этот кусок теста пополам. Делим его примерно на равные части. Один кусок откладываем в другую сторону. А первый кусок мы сейчас будем раскатывать до нужной нам формы. Тесто раскатали. Оно стало тонкое. И добавляем сюда нашу начинку. Распределяем ее по тесту. Распределив начинку, мы начинаем скатывать рулетик. Рулетик нужно скатывать как можно плотнее. Нужно постараться. После того, как его скатали, нужно обязательно скрепить края, чтобы позже, впоследствии, наш рулетик не развалился. Мы слепили края у нашего рулетика и теперь приступаем к его нарезке. Порезав рулетик, мы убираем его на слегка посыпанный мукой стол. После этого мы замешиваем, раскатываем еще одно тесто и делаем еще один рулетик по аналогичному способу. Закончив с галушками, мы добавляем на сковородку немного масла. И приступаем к нарезке лука как можно мельче. Тем временем наш суп до сих пор варится. Мы добавляем лук в сковородку. И ставим все это дело на газ. И обжариваем его до полупрозрачности. Итак, обжарим немного лук. Мы добавляем натертую на мелкой терке морковь. Смешиваем ее с луком и обжариваем в течение 3-4 минут. Итак, зажарка у нас готова. Сейчас мы ее будем добавлять в нашу кастрюлю. После зажарки мы кидаем в воду кусочки нашего рулета. Кидаем их по одному, чтобы они не слиплись. Закидываем галушки и все это дело перемешиваем. После чего добавляем в суп мясо, которое мы предварительно отделили от кости. После этого мы варим суп около 10 минут и после этого выключаем и даем 10 минут настояться.
Итак, мы поварили 10 минут суп, 10 минут он постоял, и теперь он готов. Вот такой у нас суп получился. Ну что, а теперь накладываем. Итак, наложив суп в тарелку, мы слегка украсили его зеленкой, то есть укропом и петрушкой. Ну что, вот такой вот суп у нас получился. Суп с рулетом из укропа. Суп с рулетом с укропом и чесноком. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Всем приятного аппетита! До новых встреч, друзья!